Средняя школа номер 30 имени Дмитрия Гвишани – учебное заведение со своими сложившимися традициями. Тридцаточка. Именно так по-доброму называют любимую школу ученики и педагоги. За четверть века существования стен учебного заведения вышло немало талантливых учителей, врачей, ученых и других профессионалов своего дела. Поэтому в день рождения в актовом зале собрались преподаватели, выпускники и гости для того, чтобы вместе отпраздновать почетный юбилей. Конечно, за 25 лет у нас сложился очень хороший, дружный, профессиональный коллектив. И сегодня мы будем поздравлять самых-самых достойных, потому что наград достойны все наши учителя. Заслуженные награды в этот вечер были вручены многим наставникам. Высокий уровень преподавательского состава, который функционирует в тридцаточке, был отмечен со стороны представителей областной и городской вертикали власти. В своем выступлении многие отмечали, что именно благодаря педагогам, их ежедневной кропотливой работе куют сознание и талант каждого из школьников. Ведь, как известно, профессия учитель – это не ремесло, а призвание. Такой подход к детям я стараюсь каждый день проявлять. То есть для меня каждый ребенок – это индивидуальность. Для меня каждый малыш, который сюда пришел, иногда, может быть, со слезами, иногда со смехом заходит в школу. И всегда хочется спросить, а почему именно сегодня такое настроение? Не интересны их вопросы, интересно их открытые взгляды. 25 лет для человека – это самый расцвет. Для школы это может быть и не такой большой возраст, но тем не менее школа, она состоялась как учебное заведение Московского района. Школа сильная. Это не гигант по наполняемости, но это стабильный объект учреждения, который развивается и будет развиваться. За четверть века в копилке этого учебного заведения множество различных достижений. Среди порядка 3000 выпускников 69 золотых и 77 серебряных медалистов. Победители многочисленных предметных олимпиад областного и республиканского уровней. Более того, многие из ребят успешно сдают централизованное тестирование и обучаются в самых престижных вузах страны. Общестатистический уклон – это то, что отличает 30-ю школу от других учебных заведений. Наша школа функционирует как школа с эстетическим направлением. В школе созданы все условия для проведения занятий хореографией, занятий на фортепиано, другими музыкальными инструментами. И также работает замечательный коллектив учителей рисования. Наши учащиеся выступают и принимают участие в конкурсах. Это крылья, в конкурсах городских, даже в республиканских и международных, где также показывают очень хорошие результаты и занимаем призовые места. Я учусь в этой школе с первого класса, и мне здесь очень нравится. Здесь подобран очень хороший педагогический коллектив. Учителя дают знания, которые необходимы для каждого из нас при поступлении, при окончании школы, для сдачи финальных экзаменов и централизованного тестирования. Вообще школа – это школа жизни, потому что учителя у нас все замечательные. Каждый урок у нас запоминается, потому что всегда происходят какие-то смешные, интересные моменты. У нас весело, у нас дружно. Учителя у нас тоже умеют шутить и учить одновременно. Можно с уверенностью сказать, что сегодня средняя школа номер 30 – это современный учебный комплекс, в котором сочетаются лучшие традиции и инновационные подходы. А поэтому нет сомнений в том, что в тридцаточке сумеют не только сохранить, но и приумножить уже имеющиеся достижения. Так, уже с 1 сентября 2015 года школа пополнится не только новичками-пятиклассниками, но и первоклассниками.